Каждой петарде по сертификату. Запорожские экстренные службы отправились на городские рынки за пиротехникой. Ищут ту, что не лицензировано, чтобы изъять и обезопасить запорожцев. О праздниках без неприятных последствий. Далее в сюжете. И будем, я так понимаю, изымать. Нет сертификата, нет и торговли. Милиция изымает у реализатора несертифицированные фейерверки и петарды. А на хозяина торговой точки еще и составляют протокол за продажу потенциально опасной и непроверенной пиротехники. Штраф от 600 до 1000 гривен. Люди будут привлечены к административной ответственности, а пиротехнические изделия будут уничтожены, как бы сданы на уничтожение. Так как они не сертифицированы на территории Украины, невозможно проследить качество товара. Такие рейды проводятся регулярно перед новогодними праздниками. Правоохранители говорят, результат ощутим. С 1 декабря выявили более полусотни нарушителей, изъяли более 5000 пиротехнических изделий. Очередная ревизия тоже оказалась продуктивной. Было выявлено 4 человека пиротехнические изделия в количестве 2600 единиц были изъяты и направлены для проведения исследования в НДКЦ. Работают не только с бизнесменами, но и с покупателями, особенно с детьми. Они чаще всего приобретают взрывоопасный товар. В школах участники рейдов раздают предупреждающие листовки, а заодно проверяют, соблюдается ли техника безопасности при установке школьных елок. Проводятся беседы по поводу недопущения покупки нелицензированной продукции, а также вообще продукции пиротехнических средств лицам, не достигших 18 лет. Торговцев пиротехников не оставят в покое вплоть до 14 января. Так что, выходя на рынок, советуют убедиться, что у них есть все документы. А чтобы новогодние праздники прошли без инцидентов, экстренные службы в очередной раз просят запорожцев быть осторожнее с фейерверками, приобретать только проверенную пиротехнику и в проверенных местах. А еще лучше любоваться ими на городских мероприятиях. Так точно будет безопасней.